Снова всем здорово, друзья мои. Хотите, я вам расскажу такой прикольчик? Вернее, спрошу вас, кто верит? Ну, к примеру, в Бога. Есть такие люди? Верующие. Смотрите и зацените, что у меня произошло. Бог, оказывается, есть на свете. Вы заметили? У меня взорвалось колесо переднее. Оторвало нахер брызговик. Ладно, трубки не повредило. Вырвало, короче, вырвало этот болт. Взорвалось, вы посмотрите как. Это же вообще трындец на холодец. Вообще напрочь взорвалось. Крыло выгнуло вот здесь вот. Это, друзья, конечно, блин, серьезное заявление, да? И самое еще херовое, ну и нет, в принципе, вот то, что оно взорвалось, ну, у меня на пустом, меня не бросило никуда, я остался на дороге. Крыло, хрен с ним, с крылом. Что у меня тут, антифриз подтекает откуда-то? Наверное, с печки. Хрен с ним, с этим, с крылом. Хрен с ним, с колесом. С диском хрен с ним. Я остался как бы на дороге. Ёк-макарёк. У меня, короче, летом... Давайте в машину я сяду, а то машины ходят. Машины ходят, ездят. Короче, у меня летом... колесо, кстати, Firestone. У меня летом так, давайте сейчас переключусь. У меня бардачок, не суть. Поедем потихонечку. Вообще тихо-тихо сейчас поеду на первой передаче. Хотя бы доехать до широкого места. Как бы там. У меня летом, смотрю, на колесе как-то какая-то грыжа вздулась налево. На левом колесе вздулась какая-то грыжа. Не знаю, колеса Firestone, колеса хорошие. Протектор замурчательный. Пробег хрен знает. Ну, я брал бэушные колеса их, но они вообще классные были. И рулились, и все. Вот. Ладно. Я, короче, смотрю, ну, что-то вздулось. Потом херак, смотрю, дыра. Я там жгутов насовали мы тогда в этой варшанке с ребятами. Ничего мне это не помогло, хозяйство. Я, короче, другое колесо поставил и доехал до дома. Приспокойненько. Ну, доехал, как бы, что тут такого. Дома было колесо, вот это вот, Кама. НФ-ка, по-моему. Вот, поставил левое колесо Кама, правое осталось Firestone. Ну, на нем ни грыжи, ничего нет. Не знаю. И сегодня вот я в Кирове, что я приехал в Киров, сегодня у нас какое число-то? 11, по-моему, уже марта. Нет, сегодня 12 марта, друзья. И я, короче, тихонечко так поехал. Еду себе такой тихонечко, приспокойненько. Как херакнуло! Мурашки бедные у меня, короче, они в разные стороны, в рассыпную. Блин, и вот была стоянка, что, перед фаленками. Сейчас была стоянка перед этим, как она называется, Стелла, Глазовский район. Стелла Удмуртия, не Глазовский район, а Стелла Удмуртия. Блин. И вот не, чтоб хотя бы у стоянки взорвалось. Ну, слава богу, не нагруженным, я еще раз повторю. Ёк-макарёк, блин. Там протектор вообще замечательный был, я не знаю, что. Вот сейчас едем, шулды-булды. Мне бы, знаете, хотя бы до широкого места добраться, до скрестись. А то тут вообще никак, не поддомкратить, не открутить. Место очень-очень узкое.
С чем такая оказия произошла, я не знаю. Блин. Не знаю, в Глазове-то есть шиномонтажки-то? Нет, это. Я бы купил колесо, это. Заехать бы вот туда. Там бы на просеке перебортоваться. Ну, наверное, не получится туда заехать. Или бы поворот в эту сторону был, перекресток. Взорвалось. Если, короче, на диск хлопнулось, если диск уже измялся, так он, короче, уже все, ему трындец. А так, он на резине сейчас едет. Я посмотрел, диском-то не достает до земли-то, ну, до асфальта. Че на пустом? Впереди он какой-то перекресток, там знак ездит. Не знаю. А я же езжу, блин, ну вы знаете, да? У меня же, блин, с горы под сотни, я больше даже еду. И тут на тебе взрыв переднего колеса. Это, короче, друзья, не есть хорошо. Кобзда, короче, капитальная. Самое еще херовое, у меня пары этому колесу нет. У меня же стоит 315 на 70 рулежка. Рулевая. Вот. Ну я сейчас 295 на 80, конечно, поставлю. Вот тот старенький Мишлен. Деваться некуда. А до стоянки доеду. Ну не до стоянки, а до какой-нибудь шиномонтажки. К времени-то, блин, уже поздно. И вообще я как бы не знаю, что монтажки-то есть, не есть. Но я сейчас ребятам позвоню. У нас-то уже времени. А, вот в глаза, в это. В Удмуртии уже 16-15. Что думаю, у меня почему такая разница в час? Оказывается, 16-15. Я вообще на монтаж-то все равно не успеваю в любом случае. Так что вот такие вот дела, друзья мои. Не было печали, пока колесо не взорвалось, да? Да, впереди какой-то знак. Ну, сейчас, короче, это. Знак направо. Это, поворот направо. Сейчас остановлюсь прямо на нем. Ну, чтобы место было, знаете, как бы это, поменять колесо-то, чтобы. А то тут вообще узко. Здесь ну, никак ничего не сделаешь. Не, ну можно при желании, при большом, короче, это сделать. Но дорога там, я вам говорю, на самом деле. Капец, узенько. Здесь обочины не прибрали, не убрали ничего. Так, по асфальту не поедем. Будем стараться ехать по этому. Не собрали, не прибрали ничего. Ну ладно, завтра я погружусь, доеду до Кирова и куплю колесо рулевое. Знаю, будет, не будет нормальный поворот, фиг знает. Эх, деревяшек-то у меня нет. Сейчас бы наехать на деревяшку на какую-нибудь, чтобы, ну, чтобы домкратить-то, понимаете? У меня вообще-то два домкрата. Может, что-нибудь я и придумаю, а как-нибудь поддомкрачусь. Единственное то, что грязно, сыро, блин. Но самое-то главное. Бедные мои мурашки, они разбежались в разные стороны. Такой. Короче, нихера тут нет поворота, друзья, блин. Не знаю, что. Сейчас я остановлюсь, поднимусь вот в эту горочку. Поднимусь, я остановлюсь, посмотрю, что там с диском, что вообще с колесом. Да потихонечку-то все равно надо до стоянки ехать, тут ничего не сделаешь. Единственное то, что гоняют, то как лешаки по этой дороге. Дорога узенькая, а гоняют как лешаки. Вешки вон стоят красные, даже знак «Уступи дорогу» там стоит.
а поворота нет. Весь поворот замело. Да, на первой херово ехать. На первой очень ехать далеко, оказывается. Да, где у меня хоть шапчонка-то? Ну, пойдем позырим, друзья мои. Как говорится, ничего не предвещало беды. Диск ничего не мнет. Тут ничего не задевает. Найса, поеду я, короче. Резина совсем не греется. Все, поеду тихонечко, тут стоянка где-то. Ну, как бы, когда быстро доедешь, стоянка-то недалеко. А когда едешь тихо, то стоянка-то оказывается очень далеко, друзья. Ладно. Особо так нашего брата этой штукой-то не напугать. Ничего не поделаешь. Да жизнь такое бывает. Все. Летим, короче, на одном колесе волосы назад до стоянки такой. Ну или до расширения. Стоянку не будем ждать. Будем, короче, ехать до расширения. Поеду по обочине, по этому. По снежку. Вот так вот. Чтобы это. И обогнать, чтобы у меня место было. Ну и на асфальт, чтобы диск не это. Диск по асфальту не шоркался. А колесо, наверное, это уже не восстановить. Беда оказия. Ядрить твой, колотить твой, а? Ну ладно, ничего не поделаешь. Это жизнь, друзья, такое бывает. Надо вот колеса покупать, передние рулевые где-то. Где-то брать. А где брать? В магазине брать. Где же еще? Короче, друзья, оказывается, колесо-то взорвалось вообще прям вот, прям вообще недалеко от Сосновки. А вот на этих, на кривулях, на поворотах. Я тихонечко-тихонечко добрался, короче, добираюсь вот до стоянки. Че вот я добираюсь? Сколько я вам говорил, было времени, я еще ехал. Сейчас 16:32. 15 минут, короче, я еду. Гоню волосы назад. Мне, кстати, писали, заедь в Сосновку покушай. Я, друзья, заезжал, кушал. Если честно, я заезжал не один раз даже. Очень здесь кормят так нормально, но, повторюсь, плов не рекомендую брать. Плов, короче, просто какая-то рисовая каша с кусочками мяса. С невкусными. Так что вот. Сейчас я заеду на стоянку, выберу место, может быть, ездить почище, по суше. Но это как бы вообще, мне кажется, не точно, потому что хер его знает, стоянка заезженная такая. Ну и буду снимать запаску, ставить запаску, вернее. За это. Надо в первую очередь поддомкрать и открутить колесо. Там уже, короче, поставлю запаску и поеду дальше. Камазики вон тоже остановились. Давайте. Ой, нормально, снежка сейчас привалилась. Сейчас я вот здесь вот с уголка встану. С уголка встану и смотрите, как здесь так более-менее даже чистенькое место, друзья. Ох, да, круто, конечно, круто. Базара нет. Но если честно, если честно, то, друзья, я как бы, я рад. Я рад, что вот так вот произошло.
А никак иначе. А то бы вообще, не дай бог, нагруженным. Тра-та-та улетел бы. В кувет улетел бы, блин. Не знаю, что еще подать. Да нет, не буду я дальше вставать. Как раз тут места на повороте много. Сейчас переоденусь спокойненько. Спокойненько переоденусь. И спокойненько поменяю колесико. Колесо сняли, ну, открутил, вернее. Сейчас сниму запаску. Запаску тоже уже ослабил. Ставим и едем в Глазо. Позвонил. В Глазове есть какой-то магазин. Если там колеса продаются, сразу же надо будет купить колесо. Левое хорошее, правое надо будет купить, если там есть. Если нет, то ну, как-нибудь добираться до Кирова и в Кирове уже покупать будем. Смотрите, какой протектор. Протектор вообще идеальный. Чему надо было, бляха, взорваться, я вообще не понимаю. Ну, знаете, найдем, короче, потом шиномонтаж, на котором будет написано «Ремонт любой сложности». Отдадим, пожертвуем, пусть ремонтируют. Круто я придумал, да, друзья? Так, все, давайте сейчас снимаю запаску и ставлю сюда. Эта запаска, друзья, конечно, не для передка, но сейчас вариантов пока никаких нет других. Она еще и размерность выше, 295-я, по-моему. Видите, даже она даже не подходит под это. Сейчас я, короче, еще по домкрачу залезу, потом поставим. Честно говоря, друзья, я бы и подумать не мог, что у меня это колесо так наглым образом таким подведет. Еще раз говорю, ничего не предвещало беды. Ё-моё, блин. Поменять-то что его? Не сложно, что 2 секунды. Тоже колесико-то старенькое. Оно, конечно, не для передка. Оно для задка. Но вариантов пока нет. На прицепе запаски у меня вообще камерные стоят. Графитки нет, графиткой не помазать, ну потому что все равно надо будет снимать это колесо сразу же. Обортовать, забортовывать хорошее колесо. Ну как хорошее, нормальное, скажем так.
Так, друзья, времени у нас 17:29. До Глазова осталось нам фиг знает сколько. Все я поставил? Все поставил. Сейчас мчимся в Глазов, ищем колесо, покупаем и ставим. Если Бог даст, все будет зашибись. А нет? А нет. Завтра на погрузке. Надо было прямо вот сейчас бы это, конечно, сделать. Ну ладно. Завтра надо будет на погрузке. Просто-напросто. Сзади. С этого. С заднего моста, с любого, без разницы, снять колесо. Поставить сюда на передок. Запаску назад, потому что она как бы запаска старенькая. На груженном КамАЗе на передке ее эксплуатировать запрещено. В кафешку я не пошел, потому что я решил, что я не проголодался. Я решил, короче, что я не проголодался.
Так, что еще раз скажу. Колесо взорвалось, колесо поменял, поставил запаску. Все, слава богу, все обошлось. Да, если, короче, не найду колесо, я садка перекину хорошее, ну, любое. Там разницы нет, все они одинаковые. Перекину, короче, завтра прямо в лесу перед погрузкой. Можно даже сегодня вечерком. Посмотрим. Посмотрим по обстоятельствам. По обстакановке. Так, все. Давайте сейчас мчимся, короче, в этот. Мчимся до Глазова. Руль не бьет, ничего, как бы. Все. Все стабильно работает. Мишлен рулит. Сегодня еще вот, где на стоянке расставил КамАЗ, а там шиномонтажка. Я подошел, я говорю, ребята, колеса на мне, штуки 4 колеса. Они говорят, да вот, говорит, у нас хорошая 315 на 80 есть колеса. Я говорю, на прицеп. Мужик, колески. Вот, говорит, как раз комплект, кто-то переобувался. Ну, как бы такие колеса и берут на прицеп. Херак, рулевое взорвалось. А, кстати, там тоже было Firestone. Что-то у меня шею немножечко клинить стало. Так что вот такие вот дела, друзья мои. Все, мчимся. Волосы назад. Такая вот обстакановка у нас по стране. Сугробы вовсю еще лежат. И у Лехи колеса взрываются. Так. Позвонил в магазин в Глазове, продавец убежал, сейчас, говорит, бегаю в склад, посмотрю, есть не есть, перезвоню, ну ладно. У меня, ребят, вот такой вопрос, не знаю, кто досмотрит, может, вообще никто и не досмотрит до этого момента. Вот если досмотрели, ставьте лайк, или пишите комментарий, что досмотрел. И такой вот у меня вопрос. Я сегодня к ребятам заезжал на заправку, да? Заправился солярой. 500 литров взял. Ну не суть. Суть вопроса, да не в этом. Подъехал тоже паренек. На каком-то, по-моему, на пятитоннике, наверное, он подъехал. И он сидит, у него одеты наушники вот такие. Вот я не знаю, конечно. Может быть, в наушниках звучание лучше. Может, я не знаю, может быть, он какие курсы иностранного языка проходит. Фиг знает, не знаю. Не подходил, я не спрашивал. Ну вот, если где-то ведь что-то забрякает, где-то что-то застукает, он же не услышит, правильно? У меня вот магнитола играла, как взорвалось колесо, так я подпрыгнул, услышал. А в наушниках, если еще и там тунцы, там ведь не услышишь. Снимаю. Ох, извиняюсь, бля. Там ведь, друзья, не услышишь, правильно? Правильно. А зачем в наушниках ездят? Я вижу, как бы не первый раз уже. И, может быть, ценители музыки, для которых, допустим, просто динамики — это фуфло, он считает, что это полное фуфло, а не музон, которым надо именно бум-бум-бумбастик. Или, может быть, владелец автомобиля, может, это просто шофер, а владелец автомобиля не разрешает ставить магнитолу, чтобы водитель доехал и слушал. Что забрякает, что отвалится, что открутится. А водиле пофигу. Водила, короче, летит на всех парах, наушники в ушах. Да. Вот ответьте на такой вопрос. Я больше всего склоняюсь к тому, что владельцы автомобилей, ну, скажем, может, какая-то компания, да, запрещает магнитолу. Не знаю. Потому что вот давным-давно был такой момент, что, допустим,
я не знаю, про магнит, не про магнит был такой разговор, что запрещали рацию шоферам, запрещали, чтобы в кабине была радиостанция. Вот такая вот. Чтобы переговариваться. Не знаю. Фигня какая-то, мне кажется. Мне кажется, это вообще бред. Так, сейчас не знаю, успею, не успею я. Вроде как бы мне Андрюха сказал, что они до пол восьмого, времени уже 6 в лазере. Еще полтора часа. Бляха, не успела включиться камера. Короче, друзья, камера включиться не успела. Шиномонтажка работает. Позвонил в магазин. 28 тысяч колесо стоит. Какое-то китайское. От Лукойла недалеко. Магазин Клаксон называется. Сейчас подъеду. Подъеду, заберу, короче, колесо. Сгоняю шиномонтажку. И, короче говоря, я так подумал, в Кирове, ну, 1000 на 2 дешевле будет. Ага, вон магазин. В Кирове будет 1000 на 2 дешевле, но смотрите, чтобы доехать до Кирова, мне что нужно сделать? Мне надо сейчас с передка эту запаску снять, поставить назад, сзади поставить наперед. Да я так подумал, да ну не стоит это того, блин. Все, магазин Клаксон. Магазин Клаксон автозапчасти. Бесплатная реклама. Ну это не точно. Сейчас схожу и скажу, давайте мне скидку. Там и так сказали, что за наличку, короче, 28. По безналу. Что, по безналу, по-моему, сказали 31, что ли. Ну, если на карту, да. Все, идем дальше. Идем, короче, в магазин. Завтра приберусь, друзья, не переживайте. Так, резину взял, одно колесо. Резина херовая, конечно. Ну, как сказать херовая? Какая-то дубля стар, что ли? Ценник, конечно, у них здесь космический. Блядь, прицеп. Пока тут... Пока, короче, туда-сюда. Ценник космический, 28 тысяч. Но помогли закинуть в кузов. Короче, ценник непомерный. Ладно, видите, тоже как бы переднее колесо, ну, оно сейчас будет хоть новое, новое и новое. А потом пару я еще одно колесо такое же докуплю в Кирове. Чтобы были одинаковые на передке колеса. И все. Ну, будет в Кирове, ну, на 1000 на 2, может, на 3 дешевле. Но сейчас тут, блин, опять переодеваться, переобуваться. Переставляться, вернее, тоже как бы это, знаете, такое сомнительное удовольствие, друзья мои. Вот. 28 тысяч. Улетели, короче. Ну, хрен с ним. Эти-то колеса, Firestone это, они же итальянские, по-моему. Они вообще стоят что-то там 40-50 тысяч. Там они вообще непомерно бабло стоят, нафиг надо. И они у меня были, друзья, 20-го года, эти колеса Firestone. Да, по-моему, 20-го года, 20-й год на нем нарисован. Вот, считай, 4 года, ну, если мне не изменяет память, за 4 года они сдулись. Это что за иностранные колеса, которые стоят 40 тысяч? Не знаю, что-то я сомневаюсь в путности этих колес, да, друзья? Ох, мы с вами будем сомневаться. Так, все, мчусь я, короче, в шиномонтажку. На монтажке я в это. Я остановился, я говорю, ну-ка, что, говорю, по это? А мужик работает. Что, говорю, ты мне это, колеса забортуешь? До скольки работаешь? Он говорит, до 9. Я говорю, нифига себе, молодец, дружок. Давай, говорю, сейчас я колесо возьму и приеду.
будем бортовать колесо. Блин, понимаете, вы что, включил пониженную? Вот, ладно, сейчас, короче, переобуемся и потом включусь. Ну, уж темно на улице, видите, какая ночь. Блин, у меня фары не протерты. Вот это дальний свет, друзья. Это ближний. Как вам, нормальный свет? Эх, да, блин. Все, катимся, короче, на переобувание. Ну что, друзья, заправил автономку в этой, на Башнефти. Короче, колесо вообще фуфло. Колесо не понравилось. Ерунда полная. Ну, за неимением лучшего, ладно. Что сейчас сделаешь? Куплено. Блин с ним. Как-то очень жесткая, очень фиговская. Ерунда, короче, какая-то. Все, давайте, друзья, на этом закончим ролик. А что заканчивать? Сейчас еще расскажу анекдот целый. Забортовывать-то начали. С горем пополам-то он его забортовал на шиномонтаже. Ну ладно, хоть, думаю, забортовал. На этот, на балансировочный станок поставили. Выдает балансировочник. Балансировочный станок выдал 300 и 600 грамм. Я говорю, что-то неладно. Смотрим, а колесо-то немножечко вот так вот. Я думаю, ну пиздец. Это что, новое колесо или диску пришла хана? А монтажник говорит, не, это, говорит, неправильно забортовалось. Давай разбортовывай. Пока разбортовывали, у него шкворень выпал на станке. С того года пись перекосил. Ядрить твой, колотить твой, блин. Ё-моё, блин. С полчаса со станком еще путались. С горем пополам сделали. Там одно регулировочное кольцо выдавило в сторону. Ой. Беда, Акасия. Ну, с горем пополам. Забортовали колеса. Тянуть начал колеса. А я еще говорю, дай, говорю, пистолет, я сам его откручу. Он говорит, нет. Пистолетом, я думаю, да ладно, нахер. Крути сам. Ну, уж что делать-то, блин. Надо. Что я думаю, нафиг путаться тут еще со шлангами, таскаться. Да ладно, второе, да. А уже на монтажке, да нахер это надо. Ну и, короче, у него еще пистолет-то замерз добавок ко всему. Я ломиком еще затягивал. Ой, ну ладно. Короче, сделали, с горем пополам сделали колесо. Так что вот, не знаю. Вроде как бы, ну оно грубое, жесткое, просто капста. Ну, может, летом будет мягонько. Тут осталось доработать по зиме-то как бы. Чутарик. Такие вот дела. Приключения, короче. Приключения кировчан в Удмуртии. Так что вот, ладно, все, друзья, давайте. Всем счастливого пути, всем удачи на дороге, всем пока. Не ломайтесь.